Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Приехала тут, выдался пару часов без дождя. Буду сейчас красить деревья, пока дождя нету. Весной уже все счищала с дерева, поэтому тут особо счищать нечего, сразу крашу. Такая бы погода постояла бы недельки две. Было бы хорошо. Или хотя бы неделю, чтобы закончить, не успеть. Со временем, конечно, надо будет обновлять весь сад, потому что старые деревья все, надо будет освежать их. Вот снова у меня красота становится на участке. Деревья, когда побелены, конечно, очень хорошо смотрятся. Ну и болеть не будут. Поэтому я это делаю. Весной, конечно, чисто для красоты. А сейчас вот для того, чтобы они хорошо перезимовали. И такие они становятся красивые прям. Все-таки видео не передает всех красот. Кстати, что я делаю, да? Сейчас покажу вам. Первое, я срезаю ветки, которые идут внутрь дерева, чтобы они не затеняли крону и, ну, были более такие раскидистые. То есть все, которые наружу оставляем, все, которые внутрь, обрезаем. Плюс вот такая у меня есть жесткая щетка. Я счищаю все наросты, кору старую, все. И только после этого уже крашу. Ну, я весной это приводила в порядок, но я сейчас осенью, сейчас чуть-чуть буквально там, что где вижу, сразу тоже удаляю, чтобы потом уже к этим деревьям снова не возвращаться. Еще одна красавица. Сейчас покажу, чем она мне одарила. Вот она, такая красненькая, красивенькая. Яблочко. Ну вот, за сегодня я что сделала? Обработала 12 деревьев. Обработала это в смысле, срезала ветки ненужные, лишние или сухие, либо которые растут внутрь. Плюс стволы почистила. И покрасила. Вот. 12 деревьев сделала. Мало, конечно, не успела. Но я была всего... Сколько я была, сейчас я вам скажу. 3 или 4 часа всего. Вот за 3 часа... Да, за 3 часа я сделала вот так. Вот они мои деревья все. Красивые стоят, беленькие. У нас тишина сегодня.
Только птички поют. Завтра, если погода будет, приеду снова. Главное, чтобы погода была. Я хочу по максимуму доделать сад, потому что домик я могу строить и в зимнее время. Каркасники, в общем-то, ничего с ними не будет. Можно строить и зимой. А вот сад потом уже не обработать будет, если сейчас не сделать. Поэтому буду по максимуму сейчас доделывать сад. Очень много деревьев, которые надо какие-то спилить, ветки спилить у каких-то деревьев. В общем, есть вот тут сливы, вообще сухие стоят, тоже их удалить. В общем, короче, садом буду заниматься вот эти несколько дней. Надо еще краски купить мне для деревьев. Я крашу специальная садовая краска для деревьев, акриловая, белая. Вот. Ну, кстати, хорошо ложится. Не знаю, как будет держаться, но, в принципе, ложится нормально. Когда деревья все обработаны, лишнее все спилено, сухостой весь спилен, вот, весь вот этот верх мох я снимаю и потом крашу, сад становится очень аккуратным. То есть выглядит очень хорошо. Прям душа радуется за него. Хоть бы завтра погода была, приеду. Буду делать дальше. Приехала поработать. Смотрите, какая погода. То снег с дождем, то дождь, то снег. Иногда чуть-чуть проглядывает солнце. Погода вообще не дает ничего делать. Не хочется мокнуть. Записывать не дает. Вот наметила боковину одну. Вот это, видите, у нас верхняя балка, она будет идти сразу наискосок. Я решила там крышу делать не под единой и не отдельно. У меня будет как бы наполовину вот эта крыша сделана, соединена с этой пристройкой. И там поменяю. Ну, увидите. В общем, видите? То есть сейчас намечу все, отпилю, прибью. Метель со снегом. Ой, блин, если такая будет погода, чувствую, я не дострою. Видите, что творится? Кошмар. И садом я не успела закончить. Ну, как вот в такую погоду работать? Не покрасить деревья, ничего. Вообще ничего не сделать. Все мокро, все холодно, все сыро. Пока самое тяжелое оказалось мне вот эта стена. Почему? Потому что там верх выше, а низ ниже. Ну, то есть, как бы, она же вот так идет. Вот так, низ. Тем более, я решила поднять эту стену, чтобы побольше скат был. Поэтому сейчас покажу. Я еще одна, мне и сделать, и снимать неудобно. Плюс то дождь, то снег идет. Ну, в общем, короче, кошмар. Если честно, погода вообще. Значит, те, кто будет делать сам, если, да, как правильно сделать, как правильно вырезать. Значит, что я сделала? Померила низ у меня, как вот эта стена, куда пойдет скат. Вверх. Планируете, ну, так, как вам нужно, допустим, 2,50, да, вот, отмеряете. Потом берете вот такую балку, вот такую, которая будет у вас наверху, и прямо кладете, тут, допустим, 1,80 м, там 2,50 м, кладете и рисуете карандашом или фломастером сверху линии. Дальше, как правильно, теперь, чтобы правильно обрезать, надо вам взять угольник, вот такой угольник, и вот так прикладываем вот эту балку, когда она у вас лежит наверху, прикладываем в какой-то доске и прочерчиваем линию. Вот видите, вот тут у меня видно, вот у меня угольник прямо встал по доске. Видите? То есть у меня одна линия так прочерчена, а вторая вот так прочерчена. То есть я приложила к этой балке вот так и провела линию. Так по каждой доске. Но предварительно, прежде чем это все делать, у вас же там
у вас расстояние уже между стойками. Я там что сделала? Чтобы у меня все было плотно, потому что я одна работаю, я положила большую доску туда. На нее уперла низ. Ну вот, нижнюю доску. То есть, но к ней уже у меня были прибиты стойки с определенным шагом, то есть 60 сантиметров. Дальше. Я начинаю мерить 60, 60 и так далее и тому подобное. То есть, и после этого кладу сверху доску. То есть, у вас должны быть уже расстояния вот эти обязательно совпадать с теми. Потому что если вы это не проделаете, то у вас, вы когда обрежете, у вас будет обрезано неправильно. Поэтому, понятно, да? То есть, что мы делаем? Значит, как мы делаем эту стену? Еще раз объясняю от начала до конца. Может, мало ли кому-то, кто женщину будет делать сам. Значит, меряю расстояние от балки. Вот она, балочка идет. Вот, до балки. Сколько у меня получается? То есть, допустим, у меня получилось там 2,80, да? Потому что у меня общая ширина 3 метра, но так как они по 10 сантиметров, вот эти стойки, то есть, соответственно, 2,80. Дальше. Отрезаю нижнюю доску 2,80. Даже немножко 2,79,5, чтобы у меня они четко вошли. Если 2,80, они будут впритык, потом, ну, не запихнуть будет стенку. Лучше чуть-чуть, буквально на пол сантиметрика. Можно на 2-3 миллиметра меньше, но чтобы четко вошло. Дальше. Отмерили, отрезали. Потом стену вот эту, у вас уже вы знаете, какая она по высоте. И отмеряете тут. Отмеряете высоту этой стойки. Тоже отрезаете. Теперь, значит, стойки я положила. С шагом 60 прибила их нижней доске. Потом также померила шаги тут 60 и так далее, положила верхнюю доску, нарисовала все и потом только отрезала. И потом уже после того, как отрезала, начала прибивать. То есть у вас все четко было. Теперь вот я делаю косину. Я решила, что сделать. Все-таки дверь там у меня не будет, я не буду там дверь ставить. Вот, вот. С той стороны у меня будет кровать и какую-нибудь тумбочку там с зеркалом, что-нибудь такое сделаю. Поэтому там у меня будет глухая стена, а дверь сделаю в сторону юга. И сделаю ее, наверное, постелила доски, чтобы по грязи не ходить вот так с определенным шагом. Ну, чтобы и удобнее делать, на все-таки не в грязи. И ходить удобно, не по грязи хожу. Только повернула обратной стороной. Не та, которая у меня будет хорошая сторона, а обратной стороной. Так, значит, что у меня? Я что-то подумала, у меня там юг. Вот там, где душевая, у меня юг. Поэтому я решила сделать дверь. Тут у меня будет. И еще одно окно. Потому что кухню я буду делать тоже с этой стороны. Чтобы у меня вывести воду туда же, в этот... в канаву, ну, или бы вырыть там септик, но в ту сторону, короче, вода пойдет у меня. Поэтому я делаю тут дверь, тут у меня будет кухня. Вот, по этой стене. Поэтому окно у меня будет не вот так расположено, а вот так. Поэтому вот эту стенку я уже буду делать завтра, потому что я сегодня не успеваю, мне за Егоркой ехать. И постоянно идет дождь, я уже вся вымокла. Сейчас вот у Косины доделаю. Сама я, конечно, наверное, не подниму. Сейчас попробую, хотя, может, и подниму и прибью. Ну, одной, конечно, неудобно. Ну, посмотрим. Если очень тяжелая, поднимать не буду. Еще забыла рассказать, как у Косины правильно вырезать. Видите, у меня тут отмечено фломастером линии, да? То есть, как я кладу у Косину, как мне необходимо. И снизу фломастером или карандашом можно... рисую сразу, как у меня должна быть идти эта укосина. И потом только вырезаю. Вот. И в середине тоже я отмечаю. Вот, видите, полоски есть. Вот. Вот. Это у меня будет вот так лежать уже тут доска. Буду вырезать по вот этим уже
Ну, короче, все чертите, меряете сначала 10 раз, а потом только режьте. Потому что отрезать-то легче всего. Лучше, как говорят в поговорке, да, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Чтобы все четко у вас было. Стенка у меня готова, осталось только ее поднять. Не знаю, смогу я сама это сделать или нет. Тяжеловатая, наверное, она. Сейчас попробую. Мешает лист железа там наверху. Надо его немножко убрать. Один лист мешает железо, который торчит. Там тоже будет мешать. Я же стенку выше буду поднимать. Эту часть крыши буду убирать. Поэтому мне надо сейчас срезать болгаркой этот лист. Больше никак. Что я решила с крышей, сейчас вам расскажу, что вам, наверное, будет интересно. Значит, вот эту часть крыши я сниму и вот так продлю до домика. Ну, вот так планирую, короче, до сюда, до середины крыши. Ну, даже, может, не до середины, чуть-чуть ниже середины. И тут будет у меня сплошная одна крыша. А вот эту часть уже я оставляю, только потом поменяю тоже. Ну, железо уберу. А туда поставлю другое что-то. Поэтому мне надо будет вот эту часть крыши разобрать. Я не буду все разбирать сразу, чтобы домик не мог. Потому что постоянно идут дожди. Как только начну, нарежу стропила. Ну, в общем, все подготовлю, померяю. И уже после этого буду снимать железо. Правда, я не знаю, как я буду его снимать. Оно там такое жесткое. То есть, либо надо будет срезать, не знаю, в общем, сейчас буду как-то думать. Надо будет гвоздодером сначала все гвозди удалить, потом срезать часть железа. Там, ну, я прибивала в этом году, там некоторые листы, я знаю, что они, ну, как бы уберутся, то есть они там маленькие. А вот те большие листы, их придется срезать. Сейчас поближе покажу вам. Вот эти маленькие, видите, вот эти маленькие, я уберу. А вот эти большие придется срезать, потому что весь лист сразу я убирать не хочу.
Поэтому я почему так решила сделать. Потому что, во-первых, чтобы наклон был больше, чтобы вода и снег не застаивался, чтобы крыша не провалилась у меня. Ну и плюс, все равно я буду менять крышу, так какая разница, лучше. Я просто потом, я сначала подумала об этом, как вот лучше так, наверное, сделать. Сначала думала по-другому. Сначала хотела двухуровневую крышу сделать. Вот тут вот так поднять, сделать так крышу, это все убрать и сделать вот так крышу. Ну, приподнять и сделать так крышу. Но тогда мне придется всю стропильную систему там внутри, под крышей, разбирать. А у меня тут и провода, и все остальное. Поэтому я решила этого не делать. Вот, все стропила разбирать я не хочу и не буду. Я решила просто подстроиться к тем стропилам, которые есть. Ну, в общем, короче, я так планирую. Получится или не получится, будем смотреть сейчас. Буду пробовать, короче. Сейчас я сначала железо срежу, потому что оно там мне мешает. Вроде ничего не должно мешать. Видите, насколько я подняла? Там у меня будет не 2,12, а 2,50. То есть она пойдет выше. Сейчас выровняю все и прибью. Забиваю сотыми гвоздями, чтобы надежнее было. Пришито намертво, не оторвешь. Ну что, на сегодня все. Поехала я за Егором. Женя сегодня целый день работает. Завтра, если погода будет, приедем с Галей. Побыстрее все будет. Все-таки одной дольше немножко. Так, в принципе, ну вроде крепко все. Теперь будем
сделаем вот ту стенку, вот, и уже будем делать стропильную систему, стропила. Надеюсь, мне материалов хватит. Ну а теперь всем пока, всем хорошего настроения, всем удачи, здоровья. Спасибо за то, что поздравили нас с новосельем. Мы переехали, да, наконец-то. Всем хорошей погоды. Подписывайтесь на канал, те, кто хочет. Ставьте лайки, те, кто хочет. Удачи всем!